солнышко. А меня видите? Разделась, пылесосила машину, друзья. Поехала, короче, на мойку сегодня. Но машина в страшном, ужасном состоянии. Думаю, хотя бы эту грязюку смою, потому что там такое творится. Открыла окошко, жарко. Ой, блики. Когда ко мне мужчина в окошечко стучит, я думала, вам нужна помощь, говорю. Он говорит, нет. Девушка, сколько вам надо жетонов? А я не понимаю, о чем он говорит. Говорю, каких жетонов? Ну, вам один или два мыть машину? Я говорю, наверное, один, потому что, 70 гривен, я только сверху буду мыть. Короче, отчитываюсь ему. Он говорит, ну, возьмите. Я говорю, а у вас будет 200 сдачи? У меня 200 гривен. Он говорит, нет, у меня сдачи не будет, но я просто вам хочу отдать. Я говорю, так как это так? Он говорит, ну, я, говорит, набрал, помыл, говорит, и воском натер, и пропылесосил, там же ж пылесос рядом. Говорит, мне не надо. Ой, я говорю, ну, я смотрите, не привыкла за такое внимание от мужчины, вот такого плана. Я это самое, кошелек, у меня, говорю, есть, у меня по пятерке, по гривне, у меня ела, девушка, я просто хочу вам отдать, говорит, мне не надо. Мне ничего не надо. Я говорю, ну, спасибо. Так, знаете, что я хочу сделать? Значит, тесто на пирожки поставила на завтрак, надо пирожочки сделать. Нарезала сулугуни, вот, индюшинный фарш, много лука, чесночок чуть-чуть, картошка, яйцо. Хорошо взбила, видите, воздушный какой. И сейчас буду делать котлетки с сулугуни. Вот так вот буду их тим-тим и тим-тим. Видите, форма одежды полевая. Так, надо газ открутить. На газу пожарю. Вот природа у нас, да? Холодно-холодно, только раз, все, и разделись. Опа! Опа! Девочки, лук 70 гривен. Как хорошо, когда есть дома свой лук. Вот так делаю. Слышите, рассказываю, как будто вы не знаете. А как будто вы этого ничего не знаете, да? Вот так. У меня Люда любит сулугуни в любом виде. И вот так завернула, как вареничек. Вот так, вот так. О! Буде шикардосно. Я иногда добавляю картошки, иногда не добавляю фарш. Вообще я никогда не добавляю. Но это индюшинный фарш, он же такой, знаете, индюшатина же она диетическая, она безвкусная. Хоть чем-то ее обогатить. Хоть картошкой, понимаете? Уже говорю, мама, пойди отдохни. Ты уже еле там ползаешь с этой посудой. Не, пашет, пашет и пашет. Ну, я сегодня тоже и погладила. Столько всего сделала. Вот такое. Приколдесник, как говорит моя Люда. Так. Приколдесные получились. Сегодня было очень тяжело тесто, даже не снимала. До такой степени вольное сделала тесто. К рукам прямо липло. Я люблю, что потом они потом такие пухкие-пухкие. Вот это вот муки меньше, чем полкило пошло. Здесь только 5 минут. Один, правда, у меня немножко подтемнелся. Вот это два сулугуни получилось, потому что капусту немножко не рассчитала. А так всегда рассчитываю. Ну, вот такие вот у меня. Поминальная неделя. Можно их клепать, клепать и клепать. Как же вам показать, что? Вот такие. На сухих дрождях, наконец-то, я научилась работать сухими дрождями. Угу. Который раз вам уже показываю, и каждый раз по-разному получается. А капуста здесь с аджикой. Сочная. Прям вот так вот тянулась. Тягучее такое тесто. Как оно называется правильно? Растяжное, типа, да? Растягивала.
Потом поставила, ровно час постояла, как поднялось два раза. Вот это вещь. Чем вольнее тесто, тем вкуснее пирожки. Не забитые. Шут Мадера. Настоящие. С вокзала. Наша песня хороша, начинай сначала. Наконец-то солнышко. Я сейчас тоже приеду. И все начнем сначала. Да, мама? Ты, короче, когда ты моешь, на столике все расставишь, да? Ценное указание не хочет. Так, друзья, с понедельника. Ой, не уходите от меня. Вы посмотрите, какая... Ой, боже мой, о, нашел мячик. Прекрасная погода. Вчера ровно в 16:00 зарядила. Где-то в 11 закончилась. В общем, солнечной погодой вас. Солнечная. Мама, слышишь? А вот ты канистры из погреба достала. Что ты хочешь с ними сделать? Ночью на курсе. А ты считаешь, вдруг от этой воды не будет эти канистры понабирать с водой? Может, пока только в гараж поставить? Жалко. Какой гараж? Там гараж, две панели заставлены. Мусор, все. Пластмассовые канистры. Зачем? Но они с этого, с какого-то строя этого. Ну, с какого-то, ну не с краски, с какой-то грунтовки, что-то такое. Канистры. Я просто думала, когда-нибудь воды не будет, набирать воды. Все, хорошо, выкину. Хорошо, выкину, значит, эти. Переберу, повторю, уже какая более-менее, чтобы нравится. Я специально их не выкинула, потому что, видите, ну, до войны еще складывала. Вот, ну, не знаю, их, конечно, очень много. Ну, сколько много? Ну, штук, наверное, 20. Но она хочет их выкинуть. Ну, ради бога. А, я хотела запитати у Марго. Марго, будь ласка, ви мені писали про якийсь квітник, щоб ми його украсили. Де в мене квітник? У мене зараз везде стільки бур'яну. Бачите, один бур'ян. Його косить, перекосить треба. Коли вже я чи на українській мові, ну, щоб було зрозуміло. Я просто, отам квітник, клумба, так там вона вже, вроді би, як трішечки. А там опять заливала вчора дощем. В общем, если вам не трудно, пожалуйста, напишите, может, я просто, ну, может, он не квітник. Может, бур'ян росте, да, і все. Ой, тюльпанчик, как тюльпанчик. Да, тигричка. Ну, ой. Я когда один надеваю очки, они меня не узнают. Раз. Сонечка, хочешь показать сонечку. И вчера была полдня хорошая погода, а потом же суп с котом вы видели. Так, ладно. Мама, вчера много людей написала, что ты большая молодец, что это СССРовская посуда, типа раритет, антиквар скоро будет. Ну, я, короче, ее сложила все в шкаф туда, там еще место. Приход туда, в кухню у меня наверху, да, все сложено. Остальное куда, я не знаю, я буду это все девать. Ничего. Ну, да. И сегодня... Первую машину, когда я получала, вот это дорожник называется. Какой дорожник? Четыре блюда. А, тут вы холодец был, когда-то разливали, да, да. Это термо, кстати, там может быть, да. Теплая, горячая и еда. Какой хочешь. Может храниться, да, это тоже от Советского Союза. Столько лет, такая память. Это красная машина была, первая красная была. За красный Запорожец был, да, да. И красная посуда. Я покупала, аж 60 рублей стоило. На то время это было ползарплаты. Да, первая машина была у мамы красный Запорожец. Да. Сколько тебе было? Лет 28 ты на права сдала и погнала. Так, Степа, ты чистый и очень красивый. Пожалуйста, не умазывайся. Мама, сегодня нигде не путешествовал.
Что? Нигде не путешествовал сегодня он? Да вроде нет. Только котик трогается. Кокочку. А они только что лежали на солнышке и мирились. Так я и легко лежу. А знаешь, почему он коки затрагивает? Она к нему заигрывает. Она с ним играет. Она его лапой трогает. Да, она его. Не, я на удивление. На удивление он сегодня какой-то выкупанный. Может, сам боится спать. Боится, чтобы опять не купали, наверное. Ладно, где там? Дуда? Как он спал, как ребенок. Да, Лизанчик. Конечно, тебя покупай. Раз в год. Всю зиму не купался. То в лохе, то еще... Вот сюда можно воду денег поставить. Я буду сюда вода. Мам, я ухожу сейчас. Я приготовила. Я вон набрала, а ты там это уже... Здесь это я колготки полоскала. Тогда Людины. Я... Ладно, все разберешься, да. Костя. Да, где Вера, там и Костя. Да, и между ног, и на спине. И где только не может быть. С порогом уйти нельзя. Нагнулась, все, уже кто-то сидит. Так и вылавливает меня. Когда нельзя, когда еще прохладно утром. Два дня моется посуда. Та вчера б домылась, если бы не дождь. Я вчера даже зонтик поставила, под дождем мыла. Да ты еще и не хватит. Но я так намочилась. Пакеты тебе разбирать. А ну-ка, это, Наташа, убери ключи и сумочку. Пока вам. Удачи. Христос вас. Ма, уже... Будет уже воскрешать. Сегодня уже не говорят. Уже сегодня нет? По-моему, нет. Как а я даже... Так, помынки... Девять лет? Угу. Кому? Саша. Осторожно, не вырывай. Ой, пузико голенькое. Смотри, чтобы ты не заметил. Ну, в принципе, сегодня, да, могу всех нас поздравить с началом весны. Красивые такие розы, да? Ой, розы вообще шикарные. Юджин. Спасибо, Юджин. Или как, спасибо Юджину. Вчера зашел, говорит, извини, можно я съем свой стейк? Я говорю, какой стейк? Ну, я, говорит, 19-20 стейк купил, говорит, к вам зашел, говорит, я его сейчас, ну, 1500 стоит, я его сейчас, ну, либо сейчас съем, либо не съем. Говорю, конечно, можно, говорю. Короче, достает он этот стейк. Ага. Такое говно я в жизни не видела. Ну, так это Рома, надо говорить, Роме. Или это еще мясо? Причем тут Рома, говорю, мы уже закрыты были. Пришел Леха со своей едой, взял в другом заведении с собой. Говорит, так ты же так и говорите. Я так и говорю. Я у вас купил, он сказал, я у вас купил. Думал, он онлайн не, купил, можно пришел. Можно я стейк съем? Я думаю, где он его возьмет? Он говорит, я с собой. Такое, 400 гривен, 100 грамм. Выдержанное мясо, не посоленное. Короче, мы на друг друга посмотрели. Смотри, как оно. Солнышко какое. И решили, что никогда в жизни никто такое мясо заказывать не будет. Выброшены. Ну, конечно, такой шмат мяса. Да, это эвакуатор гонит. Эвакуатор, ты смотри аккуратно. Ты будешь сейчас сам себя эвакуировать. Сам себя будешь эвакуировать. Так, ключи взяла, а то она забыла свои. Бедная, она забыла, что ей на 9. А, ну, а Святик сегодня на пробежке. Да что ж, ничего страшного, люди, целая команда стоит у дверей, никого нет. Да ты шо? Святик был на пробежке. Говорит, Святик откроет. Она поняла, что он бежит на работу, а не едет. Угу.
Ну, вот пробежка, потом заезжает, у нас же душ есть, душ принял. У вас, он у вас уникальный, конечно. Чем? У него начинается утро, он записывает сториз, говорит, что вы кукурузы? Прикинь, понедельник всем людям плохо, после выходных, а он бегает. Так, сейчас заправимся. И, короче, этот, приезжаю на работу, говорит, Люда, ключи забрала. Да ты шо? Так, и сейчас как вопрос решается? Тебя все ждут? Не, они же все делают. Все делают, да? А сегодня же понедельник. Это у вас сегодня очередная какая-то дегустация будет? У нас сегодня санитарный день. Я понимаю, я знаю ваш санитарный день, Люда. Ну, как будто, знаешь, мама лох. Мы открываемся в 6 дня. Понятно. А я сейчас приеду пирожки с капустой. Вчера муку, подсолнечное масло. Я тебе уже говорила. Вот Ленор, все-таки вот это селаны, шмеланы. Ой, ну капсулы дорогие, тайдовские. Ну, Люда, 300 гривен коробочка. Что ж там 15 этих капсул? Господи. Я не знаю. Это как же надо стирать раз в неделю. А у меня стирка каждый день. Заправку, какой сервис? Да вообще, услуга такая просто. Это сервис, я понимаю. Надо уже машину мыть, она уже просто. Все, спасибо, до свидания. Вот это сервис, так сервис, да, Дуся? Или бы еще девочка-то нормально обслуживала? Она мне кофе предлагала бесплатно на твои бонусы. Я что, дура, я чтобы знать себестоимость кофе? Не надо нам, мы заправимся. Ну, какая я крутая, даже уже кофе бесплатно предлагаю.